Привет всем, вы на канале Beer и Гейм. Мы продолжаем проходить второй Outlast. И остановились мы с вами в каком-то лесу. Здесь у нас было озеро. Мы по нему двигались, в общем. Вот так вот. В общем, мы двигались на каком-то плоту. Ну, пойдем по дереву. Да, в общем, этот плот у нас застрял где-то там, и мы сейчас... Дерево опять долбанули, ищем. И она упала. Вот такой сильный у нас 28-летний человек, который не может ударить мудозвончика. Тихо. Так сделано, да, к сожалению. Но который может зато сухое дерево захерачить. Лов! Не надо камеру, ну его зад. Люби! Чего? Что-то свобода. Любовь, свобода. Наша любовь, свобода, что-то такое, фиг его знает, как правильно расставить предложение. Никто не знает. А что, туда что ли? Вон, точно, точно, если кактусы растут, значит туда. Если Слышка... мы... туда побежал, может нам туда? Он убежал туда, я только что видел. Может нам на эту, на гору полезть? Зачем нам за ним, что ли, идти? Нет, он там, гора там. О, нет, правильно. О, плот! Ёб твою налево! Бежит, бежит, вурдалак лысый! Ой, хорошо, хорошо, как хорошо. Все, продолжаем двигаться. Двигаем. Я уже забыла, как им управлять. Ничего не видно. Двигаемся по течению. Надеюсь, что нам туда. Ой-ой-ой-ой, да. Камушек, осторожно, мы уже на одном. Пинокеваль-валь-валь. Поехали. Далеко ли мы едем с сиками? Как будто дерево какое-то лежит. Ну так, в общем, хорошо, да? Так спокойненько. Спокойно, хорошо. И спокойствие, и хорошо. Кто-то сейчас вылезет. Не спешу. Ну что тут плывем? Неужели будем... А что это за ветка? Нам это опять там, по ней... где мы шли, наверное. Как это мы еще круги а тут может, не плаваем? Шли. Нет, может быть и не шли. Ну что, сейчас опять подводное чудовище нам сделают. Так, чтобы как бы не плыть, просто так. Чтобы как-то сюжет шел. Надеюсь, что не сделают. Сеня! Плывем потихонечку. Вот сюда. Заворачивай. О, он там что-то свет смотрит. Кто-то бегает. Камикадзе бегают. Не, ничего не вижу. Убежали. Камера трясется так. О, и там бегают, смотри. Сохранение, отлично. Ой, какое течение, опять течение. Ой. Ну все, прыгай с водопада. Тише, я не могу так этой фигней управлять. Чего ты нахер? Чё ты акаешь? Скажи Б. Почему всегда А говорят? А! Смотри, или управление какое-то вообще нереальное. Говорите всегда Ю, а не А. Чего? Это та шахта. Да ты уже это говорил 10... Лин, что они с ней делают? Ты уже 10 серий назад говорил. Они думают, что она чья-то мать. Они называли меня отцом. Но ведь я не... У нас несколько месяцев не было. Жесть. Это невозможно. Значит, Лин изменила Симону, или как у Дольфу, как его зовут. Или Глюк. Блейк, что ли, или что-то? А, Блейк, лично Блейк. Блейд, нахрен, лезвие. Ну чё, вот наш домик. Вот она, эта шахта, в общем. Ну когда? Нам куда-то сюда. Слышишь, он как-то странно плывет, если честно. Нельзя. Очень медленно как-то плывет. А может, надо прыгать куда-нибудь? А нет, плывет. Но уже на трех бревнах плывет, скреплены поперечными. Нас ничего там сзади не останавливает, а то, блин, не кто-нибудь знаю, тянет может, назад. Хвост. А! Ёб твою налево! Что это за де... Беги! Беги! Беги, чё ты не бежишь-то? Блин, ё-моё, куда идти? А чё ты не бежала-то? Я думала, он спереди, а он сзади там... И спереди, и сзади по тыкве получили, раскололи, как кокосовый орех, ё-моё. Ты любишь кокосовые орехи? Вот все, по тыкве получили.
Сзади хер. Туда куда-то, да? На речке! О! Вот сюда, чё на мост. Чё вы орёте, как дикари какие? Язычок появился спасительный, спасательный. Подожди, язык. Убери камеру. Куда он нас тянет, мудак? Такой идет, такой. Ну-ка давай. Да что вы смотри, все хотите? Никого не было, не было. Я уж так расслабилась, что. Все хотят облизать нас. Опять в школе потной, что ли? Да ёб твою налево. Shift, беги. Что-то он бежать не может вообще ни хрена. Представляешь? Он вообще бежать не может. Может камеру вырубить? Че это гнида нас подсасывает? Ну-ка, я что здесь делать-то? Ну я поняла, что на него-то уж всяко не надо идти, надо куда-то от него. Вот он. Давай, 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 давай. Ну что ты? Что ты так тормозишь? Под водой. Надо выплыть, наверное. Мы в бассейне нахрен. А, мы в воде идем. Вот, вот, вот. Туда, куда? Вот сюда, выныривай. В эксит. Экси! Не, не эксит. Назад. Вон в окно, что запрыгнуть, в окошко. А, вон он проход. Как мы здесь оказываемся? Как мы там оказываемся? Что такое? Что происходит? Что происходит? Паста. Какие-то... А, ну понятно. Что это за кресло? В них сидят эти смотрители, смотрят. Ну что ты мочишься? Пойдем. Кровавый душ. Нахер нам нужен кровавый душ? Для вампиров. Ёб твою налево. Кровавая паста есть нахрен? Охренеть. Вот это запорно. Я только эти, в фильмах ужасов такое видела. Прикольно. Да. А здесь что будет? Буль-буль, будем? Здесь что-нибудь будет? Не будет, все. Сейчас только дерьмецо в глаз. И все. Ну ладно. И пойдем тогда дальше. Ой, нет, мы дальше не пойдем. А нет, мы пойдем. На ней, за ней беги. Беги за ней. It's coming! Он идет, слышишь? Никто не идет. Че ты меня пугаешь? Сейчас сам. Она сказала it's coming. Плевать мне, что он там сказал. Ну, сортиром шарит. Она врет. Потому что я ищу что-нибудь полезное. А именно в унитазе, что ли? В унитазе только плавает что-то коричневое. Вот тебе тянет на унитаз. Где еще можно найти что-нибудь полезное? О! Да нету в ящиках. Пойдем-то куда-нибудь уже. Вон там что у нас? За проход. Наверное, я все-таки правильно пошла. Раз да, здесь какой-то проход. Правильно, что послушала меня. Правильно, да. Иди. Ну что здесь? Да выключи ты эту камеру. Вот, света же куча. В сортиром на мне. Свет. И дверь. Ё, да что такое? Чего так быстро ехать? Бежим, 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 бежим. Бежим. Дверь. Что за черт? What the fuck is going on? Бежим, бежим, бежим. Еще разочек. Что там тянет нахер? Назад, назад. Ну, сука, компьютер забирай, будем играть. Это не открывается. Ищи, что откроется. Какой-то непонятный. Вот и заходи, тебе открыли дверь. Призраки с того света. Ой. Батареечки ищи, вот батареечка. Классненько, классненько. Батарейку. Интересно, почему он, когда берет батарейку, такой звук? Пип-пип. Это что? Это значит пипи, башки, он робот. Да, терминатор. Он робот, точно, да. Сома. Оклахома. Сома. Да что это пищи, а камера долбоносная. Все, 80 забирай батареечку, пойдем назад. Может, да, да, но только назад. Или туда, или сюда. Заперто. Что этот потный бассейн от нас хочет? Чё мы обратно?
Но мы не обратно, мы уже на втором этаже. Да. Мы здесь еще не бегали. Тихо, слушай, тихо, как он быстро разбежался вообще. Ну, он так никогда еще не бегал. Молодозелена. Ой. Что, черт. Помоги мне, блядь, помоги мне, блядь, 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 блядь. Да, такого явно не было никогда. Нет, нет, а-а-а! Тут все заблокировали. Отстань от меня, гнида. Беги, короче. Похрен. Сохранение давайте, задолбали уже. Ладно, бежим. Оставь меня в покое, не трогай меня, пожалуйста! Бери телефон. Надо? Этот? Нет, не этот. Опять О, лестница. О, полезем, смотри, зашибись. О, и сейчас вылезем в воде, наверное. Слушай, как высоко лезем-то, куда мы лезем-то? За нами никто? Все. Мы уже в этом, в деревянном долбанном мире. Ой, нет, 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 нет. Туда я не хочу, не надо туда. Не надо туда. Что это за кровавый мир такой? Класс. Розовые розы. Смотри, какой мир кровавый. Да зашибись. В таком, пускай у нас такой мир будет. Нет, вечный дождь. Нет, это ужас какой-то. Класс. Кровь, пей. Не жалей. Опа. Стой, пускай снимет что-нибудь. Что он там снимает? Деревья, что ли? А, шахту он снимает. Я добрался до шахты. Лин, ты где? Лин, ты где? Шахта, лифт, и мне страшно фак-фак-фак. Какого хера? Беги, а я бегу, 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 бегу. Сюда. Смотри, вот она же открывалась, ты видел, да? Он прям ее вот так вот подергал, да? Кровавый дождь был, Дрейн, помнишь или нет? Помню, конечно. Ну там-то у нас мечи были, а здесь он вообще ничего не может. А здесь у нее только руки. Понятно, нам только вперед. Вперед, тогда еще вперед. По бокам мне надо смотреть. Мне кажется, это у него еще все равно глюки какие-то. Какие-то кресты висят. Да, жутко здесь, конечно. Ой. А, трупик? Да он отдыхает. А что он делает? Отдыхает. Че ты такой? Жесть, вот это мир. Где мы? На какой мы планете, мудак? Ой, ужас какой. А ты что там отдыхаешь? Ты кверху ногами, вампирус. Нас заперли, представляешь? Ну что там такое? Да похер на нее, пускай запер. Здесь кишки и бошки выжимают, видишь? Бери, поиграем в гольф. Или битый бейсбол. Видишь, ноги таскают. Пощекоти, заба-заба-заба-заба. Пятку пощекотить можно? Смотри, а здесь это... Как это называется? Такая фигня. Да, да, оттуда все сталкивается. Ой, падает, вернее. Мы, походу, на производстве мяса человеческом. Мяски! То есть носки или мяски. Нам туда, обратно. По лестнице. И валим. Или прячемся. Да что ты сышь-то? Ну лежит человек, ты же живой, что ты? Ты ссышь, потому что ничего сделать не можешь. Ну, пикай. Пикай. Побал. Наверное, нам вот здесь надо пройти. Только наверное, бегом, а то сейчас упадет херня эта. Ой-ой-ой-ой-ой. Свет. Что за темнота? Ой-ой-ой-ой-ой. Это крюки одни думаю, здесь крюки. Я думаю, что сейчас надо бы сейчас за зад подвесить или в дыру в зад запоткнут, и кондец. Кто-то хрюкает, что ли? О. Yeah! До сих пор охранение не дали. Может дверь закрыть нахуй? Ну или открой, мы побежим туда, сейчас мы побежим на тебя. Ой, тень была здесь только что. Ну это херь. Гумасек! Да пошел ты, мы пытались ей вернуть. До того, как враг разорвет его чрево, но они... Подожди, Лин, ты ее видел? Подожди, Лин, ты... Они нас убили, счастливчики те, кого они убили. Убирайся, нам нужно уходить, нужно уйти.
идти. Что ж ты так напал-то? Ты придурок, что ли? На, беги куда-нибудь. Сюда, что ли? Пойдем в бочку спрячемся. Козлина потная. Что ты бегаешь здесь, потеешь? Мы оттуда пришли. Отсюда? Да. Он сказал, повезло тем, кто, типа, умер. Так, я круг отдал, да, получается? Да. Отсюда пришли, да? Да. Батарейка не бесконечная. Блин, тогда на ищи, куда идти. На ищи, у тебя лучше получается, что-то я не могу никуда пройти. Вот у меня как всегда, беру управление и все, никуда не... О! Вот сюда. А ну все, есть батарейка? Че ты не идешь-то? Да ёб твою наль, да где мы наль? Выключай это. Опять в школе, что? Учат в школе, учат в школе, учат в школе! А это похоже на этот. А, ну ладно, не похоже. Похоже на первый Outlast, да? Чуть-чуть. Ну, что-то двери, есть, да, там да, где-то тоже мы, книжки. Да, журналисты, да. Мы только когда первый раз пришли... Батарейка не вечная, пойдёт тут прямо. И вот когда он только обнаружил главный герой, тут, короче, всякие головы лежали. Ну, мы так шли просто. Пока не надо, вроде света до херища. Чё ты нам сюда пришел? Чё ты нас сюда привел? Здесь фиговый класс, ничего нет. Изучаем, как захватить мир. Книга Гитлера. Значит, она в обратку полностью. Вот он охеревает, наверное. Ну, он не может охеревать, это мы охереваем. Туда-сюда нас гоняют вот этих. Что такое? Присядь. Батарейка, пожалуйста. Где? Где-нибудь. Батарейки есть! Пока не трать тогда батарейку поменьше. О, есть! Бинты! Блин, нельзя. Значит, у нас с нами все в порядке. Нычит, нычит все. Идем дальше, не сюда, вот сюда. Прям выбили. Да, вот какие-то офисы. Почему в школе офисы делают вообще? Что в школе делают офисы, да? А здесь, походу, обучение ВМ. Обучают здесь их здесь. Информатика, нафиг. Mm-hmm. Мне кажется, в ту дверь. У нас бы был бы в школе такой класс информатики. А, хер там. А у нас какие-то парточки были двухместные. Да эти русские жадные, ничего не хотят покупать. Купят один компьютер на одного человека, на 10 а тут человек. У каждого персональное, смотри. Зашиб... Да, ну вот прикольно. Так. Вот так вот нахрен. Учение света. А у нас не надо учиться, у нас надо пить, курить и нихера не делать. Чтобы правительству было легче жить. Хо-хо-хо-хо-хо. Платите налоги и живите хорошо. В Америке учатся все с высшим образованием, нахрен. Ну ёптую налево, ну что такое? Ну куда идти? Сюда ли? Ха, зачем ты сказал? Ха, зачем ты сказал? Там мы были, там мы... Блин, оттуда можно идти? Может, блин, куда-то наверх надо? Эй, ладно. Есть батарейка, что ли? И так же. Эй, не дадут батарейку, она не появится. Ну давай куда-нибудь, там тупик. Там нам нечего делать, там же... Тупик, что там делать? Зачем сюда идти? Здесь... Блин, вот дверь. А она да куда? То здесь пустота, нахрен. Пустота, как у кота. Давай тогда до сохранения дойдем и все. Вот, все, глюки пошли, значит, пробираемся вот сюда, наверное. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Это вообще какие-то VIP. Да. Столы, которые... Вот сюда, ну. Батарейки нет? Откройся! Ну смотри, блокируется, дальше не пройти. Может, что двигать? Нет. Чё такое-то, ёпта налево? Почему не пройти? Сейчас все батарейки... Нет, туда не иди, да не иди ты в эти... Чё это дерьмо? Зачем нам здесь быть? Джессика, ты там? Привет, работает. Странно. Зашибись. Я вижу, как ты там печатаешь. Обернись. Давай, давай. Обернись. Какая прелесть.
Ух. Ну что там, она свет включила нам, спасибо. Вот и дверь открыла. Чего она везде со своей виселицей бегает за нами? Хочешь поиграть в виселицу? Хочешь ты виселицу поиграть, да? Блин, только... пойдем обратно, нехер здесь делать. Только она говорит, я буду висельником. Главным. Ну что за дерьмо, куда идти? Куда? Блокирую. Все, теперь нам еще проходы закрыли. Здесь что? Наверх посмотри, может наверх что-нибудь надо? Нет. Странно, только туда идти, вот, или назад. Может или... быть опять к этому компьютеру подойти? Открывай. А какому? Вот смотри, у нас загорелся здесь свет, он у нас не горел. Да? Почему он загорелся? Вот компьютер, вот подойди тоже. Сейчас опять что-нибудь будет. Хитрецы! Посмотри вперед, посмотри. Я тебя вижу. Обернись. Что это там еще было на твоем заране? Что там было еще на твоем экране? Это... То окно, которое ты закрыла, когда я вошел. Ничего. Просто фигней страдаю. Я только разбираюсь с этой компьютерной штукой. Общество поддержка, надежды и молитвы для католиков в унынии или тревоге. Кто главный? Кто главный? И там какие-то надписи. У кого есть власть и богатство. О, смотри, какие компьютеры заработали. Зашибись. И дверь открылась. Ну, здесь мы закончим нашу серию. Подписывайтесь. Было сохранение? Да, подписывайтесь на канал, вступайте в рук, ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока смотрели. Пока.